Всем здравствуйте! В моем дворике зацветают не только розы, но и уже метельчатая гортензия. Хочу вас знакомить с этими сортами. Это из серии Petit. Petit, французская. Petit означает маленький. Вот эта малышка Petit Cherry. В переводе маленькая вишня. Начинает, посмотрите, как зацветать лаймовым. Она такая малышка, потому что из черенка прошлого года. Заявленная ее характеристика — высота 50, ширина 40. Это как раз для контейнерного выращивания или где-то на какой-то хвойной клумбочке низкое такое растение. Ну, в общем, как вам понравится. Раз у нее высота 50 сантиметров, то и корневая система, естественно, больше не будет. Мне кажется, литров 30 ей будет достаточно украсить террасу. И вот такая малышка уже в июне у вас зацветет. В своих обзорах буду показывать, как она будет изменять цвет. Пишут, что она слегка побелеет, потом порозовеет, ну и станет вишня. Раз она маленькая вишня, Petit Cherry, значит, она будет красной. Слегка что-то там проявляется, такие покраснения. Посмотрите, как она прекрасно выглядит в горшке. Конечно же, она малышка. Вот. Серия Petit у меня есть все. Тут начинает только зацветать еще Petit Star, маленькая звезда. Petit Lantern будет маленький фонарь. Там удлиненное такое соцветие, очень красивое. И Petit Flori. Наверное, это маленький цветок. Насколько они у меня есть, буду постепенно показывать их, чтобы вы выбрали и украсили свои. И украсили свои какие-то, ну не знаю, террасы, маленькие такие вот места, такими малышами, карандашами. Так, как ее формировала? Она у меня была в один стволик росла, поэтому я, видите, низко ее обрезала. Что-то нормировать было жалко оставлять. Наверное, вот этот побежек еще можно убрать. Тут она цветет. Я думаю, три вот этих побега. 4. Можно 3 оставить, а это убрать, сделать череночки и еще кому-то порадовать, чтобы у вас в саду была такая же красавица. Вот это Petit Cherry, ну и рядышком уже многим известная гортензия Polystar. Она у меня взрослее, поэтому она побольше. Вот. По-другому Офелия. Как-то в этом году у нее не очень большие соцветия. Они такие маленькие, хорошо себя держащие, но она мне нравится. Вот посмотрите так. Самая рано зацветающая. Вот. А так хотела вас познакомить с такой маленькой, пока еще совершенно зелененькой вишней Petit Cherry. И сзади красивые такие глазки розы. Глазки для тебя в переводе. Вот они, две мои малышки-красотульки.